Ой-ой-ой, какая прелесть, а? Толстенький, пузатенький. И еще толстенький, пузатенький. Да, красотульчики. Вот еще один товарищ красивый на году. Всем привет! У нас грибной сезон в разгаре, и вот я решил выйти на сбор грибов. Сегодня выходной, людей в лесу полно, наверное, все уже выкосили, но ничего, думаю, мне тоже что-то останется. Пришел я вот на такое болото, сейчас вам его покажу. Вокруг этого болота березовые и осиновые рощи. Здесь всегда я собираю белые подосиновики и другие грибы. Но посмотрим, что будет сегодня, так как дожди прошли, людей видел стоит много и все что-то несут. Так что так, вот я на месте. Вот здесь везде можно ходить, вот в тех вот березках. Так что я приступаю, а вы смотрите видео, комментируйте, ставьте лайки. Приятного просмотра. Среди поваленных берез растут подберезовики. Оп. И вот еще. О, красивый вид. Двойной. Забираю. Кажется, показался белячок. Интересное такое явление. К белому грибу сверху присосался еще один белый гриб. Кажется, если бы не снял на камеру, никто бы не поверил. А вот и белый. Ну какой-то он чересчур белый, оправдывает свое название. Обычно шляпка коричневая, а это полностью белый. Оп. Подосиновики везде. Я их и не сильно люблю. Этот уже старый. Но это старый, пускай здесь лежит. Это тоже старенький. Буду брать подосиновики, те, которые помоложе. Стоит возле дороги. Скучает. Беленький красавчик. И никто его не хочет вырвать. А я хочу.
Даже хорошо, что крупных белых нет. А, это не белый, это подберезовик. Ну ничего, тоже красивый. Заворот, поворот. И есть белый. Опа. Возле самой дороги торчит. Такой красавец. Машины ездят. Никто его не видит. А я увидел. Опа. Беленький. Выбираем. Что-то на горизонте увидел. Коричневая, да, вот, торчит, это кажется подосиновик, да, это подосиновик, ну, в принципе, да, ну вот, осины растут, а вот дальше заметил, белые грибы. Там сейчас я их сфотографирую. Итак, я сфотографировал, будем вырывать бочонки. Ой-ой-ой, какая прелесть, а? Толстенький, пузатенький, и еще толстенький, пузатенький, да, красотульчики. Оп. И еще один пузатик растет. Забираю. После такой армады людей мало что остается. Вот такой муравейник. Под муравейником показался грибок. Оп. Людей очень много. Грибы все покосили. Я довольствуюсь маленькими. Ну, маленькие я и люблю. Они более вкуснее, как по мне. И где-то, ребята, краем глаза заметил еще один беленький гриб. Блин, тоже маленький. Ага, все, нашел. Вот он. Растет. Оп. Красотуля. Забираю еще дальше. А ну стоп. Что-то еще. Ага, вот. Вот еще малюсеньки сидят. Забираем. Грибничку закапываем. Вот. Подберезовик. Есть грибочки, но нужно смотреть внимательно, потому что маленькие. Красавец мухомор такой растет. Заметил. Вдалеке маленький беленький. Это уже мне больше нравится, чем подосиновик. Просто прелесть. И заметил еще чуть дальше. Тоже возле мухомора. Растет что-то похоже на беленький. Да, друзья, тоже белый гриб. Уже радует.
Вот пенек рядышком уже кто-то срезал. Вот еще один товарищ красивый на году. Итак, друзья, на сегодня все. Налазился я сегодня за целый день, устал, ноги болят, да еще с собой не взял воды. Через 2 часа обещают дождь, надо еще успеть дойти домой. Кажется мне вот на эту дорогу. Но это не точно, надо будет посмотреть по карте. И вот что я имею за сегодня. Ходил с 2 пакетами, в один пакет складывал подберезовики, а в другой белый гриб. Белый гриб весь один в один, как я люблю. Могло, конечно, быть и больше, но спасибо на этом. Сильно много людей в лесу, выкосили все как косой. Но вот подберезовиков больше. Я брал только маленькие, крупные оставлял. Так что так. Ну, на сегодня все. Буду возвращаться домой. Спасибо, что смотрели видео. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!